Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Realme 9 Pro. Сейчас я покажу, как на этом устройстве выполнить первоначальную настройку. Итак, вначале нажимаем на стрелочку «Далее» и выбираем наш язык, которым мы будем пользоваться. В нашем случае мы с вами будем пользоваться русским языком и нажимаем «Следующий». После чего выбираем регион, любой, лучше тот, в котором вы находитесь, и нажимаете «Продолжить». Затем принимаете все важные соглашения. Есть необязательные соглашения, их лучше не принимать. Нажимаем «Следующий». После чего нас просят подключиться к Wi-Fi. Есть вариант пропустить подключение, но лучше подключиться, чтобы полностью настроить телефон. Выбираете сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться, и вписываете от нее пароль. Нажимаете на галочку, ждете подключения, должна загореться синяя кнопочка «Далее», и нажимаем «Далее». Так, нажимаем «Не копировать». После чего вписываем логин от вашей Gmail почты. И нажимаем «Далее». Вводим пароль от Google аккаунта. И нажимаем «Далее» опять. Выбирайте, что вы будете пользоваться этим устройством. Принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем «Принять». После чего выбираем поисковую систему, которую будем использовать в дальнейшем. Нажимаем «Продолжить». Теперь выбираем, какой способ блокировки экрана мы будем использовать. Отпечаток пальца, лицо или пароль. Давайте я пока что добавлю только пароль, отпечаток пальца, потом как-то буду добавлять. И выбираем что? Пин-код, графический ключ, либо же пароль. Собственно, я переводчик у вас с русско-китайского на нормальный. Давайте пин-код выберем. Нажимаем «Использовать». Конечно, прошивка переведена ужасно просто. Катастрофически плохо. Надеюсь, они потом это исправят. Нажмите «Пропустить». Пока что Google Pay добавлять не будем. Идем далее. Навигация. Итак, как будет выполняться навигация? Будет здесь три кнопки, то есть «Назад», «Домой» и «Недавнее приложение», либо «Жестами». Я буду пользоваться «Жестами». Я уже привык к «Жестам». Автообновление не будем включать и нажимаем «Готово». Но это еще не все. Нажимаем «Начало работы». Теперь открываем шторку быстрого доступа, и здесь должно появиться окно Google. Если не появится, то хорошо. Если появится, то нужно будет вот завершить. Видите, завершить установку. Завершите настройку, то есть выбираем это окошко синенькое, и у нас открывается вот такое вот окно. Завершите настройку. Нажимаем «Начать», «Пропустить», ждем. По сути, нам нужно будет повторить действие, которое мы только что делали. Скопировать данные просит, мы опять нажимаем «Не копировать», нажимаем «Следующий». «Нет, спасибо». И все. Вот на этом уже действительно все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.